История серебряного карабина ведется с 1993 года. За 30 лет в соревнованиях приняли участие несколько тысяч юных спортсменов. И вот в 30-й раз участники собрались на территории Гребневского лесничества, чтобы открыть сезон первенств по спортивному туризму в городском округе Щелково. Сегодня проходят московские областные соревнования первенства городского округа Щелково по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Серебряный карабин». В этом году у нас юбилей, и это 30-е соревнования, которые проходят в нашем округе. Соревнования проводит Центр «Романтик» при поддержке комитетов по образованию и по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Щелково. В Щелково приезжают из года в год очень много представителей делегаций из разных городов Московской области. Несомненно, это говорит о качестве, которое мы проводим. Значит, людям нравится, они возвращаются. Это очень нам льстит, и мы стараемся держать марку и не снижать уровень. В юбилейных соревнованиях ловкость и мастерство продемонстрировали 300 спортсменов. Среди них команда образовательных учреждений, детских общественных организаций и клубов Щелково, а также сильнейшие спортсмены из Ногинска, Сергиев Посада, Королёва, Истры, Егорьевска, Воскресенска, Шатуры и других уголков Подмосковья. В этом году участников соревнований ждали спортивные дистанции двух классов сложности – прохождение в одиночку и в связках. Им предстояло преодолеть навесную переправу, бревно, подъем и спуск по склону, параллельные перила. Дистанция вся отмаркирована, и прохождение между стартом, финишем и этапами идет по маркированному маршруту. То есть они точно дойдут от старта до финиша. Вот. И дистанция плюс по продолжительности небольшая по времени и по длительности. Поэтому все могут быстро пробежать и отдохнуть. Отдохнуть и вновь приступить к тренировкам. Ведь это только начало спортивного туристического сезона. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.